Привет, котолюбители! Есть очень простой способ почистить глазки кошек. Берете ватный диск, можно его смочить специальными капельками для ухода за глазками, которые не содержат стероидов и антибиотиков, и протираете закрытый глаз от внешнего уголка до внутреннего. Почему без стероидов и антибиотиков? Такие капли обычно используются для лечения, мы же просто ухаживаем. Хоть капли со стероидами отлично уменьшают слезоточивость, но это лекарство, и его нельзя применять без назначения врача. Тем более, применение стероидов для лечения кошек нежелательно. Смоченный каплями для ухода за глазами диск отлично очищает, если глазки кошки подтекают, а также если есть засохшие слезки под глазом. Если же слезки скапливаются в уголках, их вообще очень просто убрать хорошо вымытыми пальчиками. Просто осторожно зацепите мусоринку и удалите ее, смещая в сторону от глаза. Кошки обычно тщательно следят за своей чистотой. Вы, наверное, не раз замечали, что после каждого приема пищи они хорошенько вылизывают подуснички и умываются. Они и глазки себе умывают, но не всегда справляются с этим достаточно хорошо, особенно если у них повышено выделение слезок. Коричневые мусоринки, которые обычно скапливаются в уголках глаз, это засохшие слезки, окисленные воздействием внешней среды. Кошкам нравится быть чистенькими. Есть, конечно, и грязнули, но во всяком случае, вы должны помогать им в уходе, точно как мамочки и папочки помогают в уходе своим деткам. Ставьте лайк, если видео понравилось, а также подписывайтесь, чтобы узнать больше котофактов. Мяу!